Играть с детьми, убирать территорию и собирать абрикосы. Больше 380 студентов среднеспециальных учебных заведений Самарской области отправились в Крым, чтобы помочь населению. Добровольно, безвозмездно и от всего сердца. Ни за какие абсолютно деньги, просто вот от сердца, от души, просто помогать детям, людям. Во благо. Помощь людям, конечно же, обязательно детям. Будем, как сказать, стричь их, оказывать услуги добровольческие. Две недели ребята из Жигулевска, Самары, Тольятти, Чапаевска и других городов региона будут жить в Сакском районе в Крыму. Многие из этих студентов принимают участие в акции «Мы вместе» уже второй раз. Совмещают приятное с полезным. Многие жители Республики Крым нуждаются в самой разной помощи. Это и дети, ветераны Великой Отечественной войны и социально-культурные организации, которым не хватает персонала. Мы в том году познакомились с директором археологического музея, там ведутся раскопки. И в этом году тоже созванивались, как бы он с удовольствием ждет. И 2-3 часа в день прям будем работать на раскопках. Многие современные ребята не интересуются политикой и не знают, что происходит за пределами малой родины, но только не они. Для этих студентов волонтерская помощь крымчанам не просто акт доброй воли, реальные дела, которыми можно гордиться. Это были мужские слезы, но они такие были очень ответственные слезы. И вечером, когда мы подводили итоги, они меня спросили, говорят, вернее сказали, мы даже не знали, что такое может быть так близко от нас. Что такое может быть в наше время. И они просто вечером сказали мне так, знаете, по-мужски пожали руку и говорят, спасибо вам за то, что мы вместе. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.